Я не могла перчатки найти. Я не смогу это сделать. А это зачем? Какой кошмар. Вот это зачем? Бабушка, убери этот телефон. Я хочу посмотреть, ну заснять это. Манюнечка, во-первых, оденься. Ты хочешь на улицу пойти? Оденься. Окей, я одета. Оденься. Я одета. Ну, посмотри на себя, ну, бабушка, оденься. Ладно. Хорошо, ты хочешь на улицу оденься, выйти? Оденься, прошу. А это к ветеринару? Это к ветеринару или это? К ветеринару мы ее отвезем. Мы ее отвезем. Пусть врач разберется. Где-то ее на... Сейчас. На пляже прям нашел, так лежала, да, бедная. Она ходила. Бедная. А, это просто вэп любой, я думаю, даже не animal control. Думаете, что вы оставляете на вообще на пляжу кошмар? Потому что наши животные из этого страдают. Это просто ужас. Бедно вообще. Thank you. Класс. Вода ледяная. Хорошая погода. Солнце. Утром было 32. Как ты у меня такой хорошенький, Бубочка? Так расскажи, ты шел и просто находила там или я что? Я бежал уже обратно. И чайки все разделись, одна осталась. Она находится тут-то. Я смотрю, у нее что-то, она думала, птицу поймала, это, рыбу поймала. Посмотрю, что-то она не улетает. Я вот так бегу, бегу. Повернулся, смотрю, как-то странно. Странно держит эту рыбу как-то так на боку. Я такой остановился, смотрю, блин, вот сосед. И понял, что это поплавок. Кошмар. С крючками. Блесна. Вот. Я к ней подхожу, она вот-вот не может никуда деться. Ну прям дала тебе нормально, что ты ее взял на руки и все, да? Ну, а у нее вариантов нет. Да. Ну все, здесь ей помогут. Вот pet clinic, все сказали, they'll take good care of her. Ну, thank God, Бубочка. Молодец! Ты у меня шляпки. Молодец, Бубочка. Хоть одному животному помогли. I love you. Сейчас у нас он второму животному помогает. Сейчас. I love you.